Всем салют, друзья! Я вновь приветствую вас на канале «Опасная зона». В этом видео посмотрим свеженькую инди-бродилку, которая называется «We Went Back». Дословный перевод «Мы вернулись». Я посмотрел отзывы в Стиме на эту игрулю. Она достаточно короткая, но отзывов очень много положительных. К сожалению, в игре отсутствует русский язык, но я постараюсь перевести все тексты, которые будут нам попадаться. Итак, инструкции по управлению. Мы можем зумить камеру, удерживая правую кнопку мыши. С помощью кнопки E мы можем взаимодействовать с интерактивными предметами. И мы можем вращать найденные объекты. Собственно, на этом пока все. Опции. Так, это у нас настройки графики. Давайте попробуем поставить все на максимум. А там поглядим, как пойдет. 60 кадров FPS я оставлю. Настройка яркости. Ну, пусть будет так. Внимание, камера криогенного сна отключена. Обнаружена некая форма жизни. Так, ну, вроде идет все достаточно плавненько. Мы вылезли из криогенной камеры. Очевидно, мы находимся на какой-то космической станции, судя по всему. Тут закрыто. Ладно, пошли вперед. Warning. Exit door has been deactivated. Input override command and exit terminal to activate. Внимание, дверь, выход закрыт. Используйте терминал, чтобы активировать дверь. Это вот это, видимо, терминал. Так, sys, админ, и нам нужно какой-то пароль ввести. Так, понятно, пароль нам нужно искать. Хорошо. Ну, картинка вроде приятная такая. Ничего. А, это там поверхность планеты, что ли? Ну да, видимо, мы на станции находимся. Ну, пойдем вперед. Это что такое? Фотоаппарат. Полароид. Опа. Ну-ка. Господи, что это было? Непонятно. Скафандры, да, для выхода в открытый космос. А тут мило достаточно. Спортом можно позаниматься. Гантельки пластмассовые лежат. Да, можно в пул погонять. Интересные баночки. Ну да, это, видимо, космическое питание. Помогите. На зеркале написано. Ну, естественно, мы не отражаемся. Как же иначе? Вообще, я отражение в зеркале очень редко где встречал в компьютерных играх. Видимо, это сложно реализовать. Не знаю, почему разработчики это не делают. Да, какая-то, видимо, орбитальная станция. Она вот такая, круговая. И мы по ней будем шастать. Июль 69-го. Что-то выращивают. Не знаю, то ли для исследований, то ли для питания. Да, что-то FPS-то просаживается периодически. Лабораторные боксы. Ну да, наверное, они
выращивали растения, тут их потом исследовали в условиях космоса, как они себя ведут. О, крыса с пластиковыми красными глазами. Так, нам нужен код от двери. Ищем. Ну, пока я не нахожу каких-то активных предметов. Почему стул валяется, непонятно. Так, ну нету никаких активных предметов. Дальше проходим. Угу. И мы вернулись опять к этим камерам, откуда я вылез. Ну да, станция-то у нас круговая, но, наверное, что-то поменялось теперь. По законам жанра. Опа. Так, вот это надо запомнить, что здесь есть цифры. Я, конечно, не думаю, что это код от двери, но... пока обратим на них внимание. Господи, что это было? Я что-то пропустил. Не обратила внимания, ладно. Здесь у нас фотоаппарат висел. Опа. А вот это крипово было достаточно. Они прям смотрят на нас. Да ладно. А, он мне преграждает путь, я не могу пойти дальше. Интересно, и что делать? А! Не-н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 е. Фу-фу-фу, фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Бабайка из вентиляции. Ну, вроде не гонится. Но у меня дорога-то там закрыта. И что делать? Обратно может пойти? Но нет, здесь красная дверь. Нет, нас не выпустят обратно. Забавно, забавно. Где ж мне брать пароль-то этот? Я могу залезть туда. Ох, не стоит этого делать. Хотя нет, здесь все вроде окей. Комната какая-то. Так, это что такое? Ну, какие-то фазы затмения, что ли. Тут я могу с чем-то взаимодействовать. А, слушайте, есть две буквы. Видимо, это часть пароля на выход. Нам нужно найти еще четыре картинки. Четыре фотографии, наверное. Нам же полароид дали, нам нужно что-то сфотографировать. Ясно. Так, а как фотоаппарат достать, непонятно. Нам об этом ничего не говорили. При запуске игры. Может, он автоматом работает? Надо что-то найти. Ну, походу, здесь нет ничего. Давайте попробуем выйти.
А, ну вот, скафандр исчез. Теперь мы можем пойти дальше. И здесь нам нужно искать подсказки. А вот свет не моргал здесь, по-моему. Опа. Что это такое? Ага, сделать фото. Ну, понятно, как это работает. Ладно, ищем дальше. Нам осталось найти 3 предмета. Что-то FPS упал до 30. Ну, здесь вроде ничего. Ну, наверное, нам игра будет давать подсказки вот каким-то мерцанием света или еще чем-то. Здесь я не вижу ничего. Пусто. Так, что за звуки были? Бабайка где-то шастает. Дверь открыта. Ну, давайте очередной круг сделаем. А, ну, скорее всего, мы будем возвращаться, будет что-то меняться и так далее, пока мы не найдем все предметы и все буквы. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че, оно не вылезет оттуда? Сначала вентиляция была, теперь здесь как-то оказалось это пугало. Фу, непонятно, что здесь вообще происходит. Опа. А вот этого не было. Это что такое? Почему-то я не могу взаимодействовать. Ладно, здесь ничего не меняется. О, и скафандры больше не обращают на нас внимания. Ну, туда лезть бесполезно, у меня пока нету всех подсказок. Что здесь поменялось? Давайте посмотрим. Да, лампочка здесь мигать перестала. Вот, теперь вот здесь мигает. Ну и что, неактивно. Не вижу я никаких предметов здесь. Странно. Давайте тут все осмотрим. Нет. Тоже нет ничего. Опа, а вот этого не было. Чья-то рука. О, тихо-тихо-тихо. Вот-вот, сделать фото. Так, ну все, насколько я понимаю, мы предмет нашли. Теперь нам нужно навернуть еще один кружок по станции. О, крыса исчезла. Что-то здесь какой-то беспорядок образовался. Ну, ни на какие кнопки нажимать не могу. Да, отправляемся на очередной заход.
Так, температура падает. Из криокапсул азот сюда поступает явно. Тут скоро дышать нечем будет. Опа, разбито. Так. Окей. Ищем очередной предмет. Тут еще больше стекло разбили. Что вот это такое? Непонятно. Что за рычание появилось? Интересно. Ох, ё. Стоит пугало. И что делать? Ну, мне нужно туда дальше идти, что-то искать. А мы можем вернуться с другой стороны выйти? Нет, дверь красная. И что делать? Ну, либо надо ее как-то сагрить и убежать попытаться. Может быть, сагрить и вот сюда залезть? Ну, давайте попробуем. Ну, а что она не реагирует-то на меня? Чучело? Ну, такое впечатление, что это человек без кожи. Да, только почему-то ноги слишком длинные. Не реагирует, не знаю. Подойти пнуть надо, что ли, под зад пинка. Давайте сюда залезем, посмотрим, может что-то здесь поменялось. Или это баг какой-то. Чучело это заглючило. Ну да, вот у нас две картинки появились, нам еще две надо найти. Не знаю, в конце концов, давайте попробуем пойти пошевелить его, что ли. Гантели все разбросал. Зачем? Ну, не реагирует никак. Все-таки скрипт сработал. А, ну и нормально. То есть это так и должно было быть. Мы встали. Чучело куда-то сбежало. Ну и, собственно, нам нужно идти дальше, да, искать подсказки. Да, здесь бардак полный. FPS упал до 24. Это мы уже с вами посмотрели. Ну да, либо оптимизация у игры не очень, либо мой старенький комп уже плохо тянет современные игры. Хотя Метро Исход я прошел не так давно на высоких настройках. Абсолютно все нормально работало и записал большую часть игры. О, крысу убили, обезглавили. Кишки наружу все торчат. Да. Так, нам нужно что-то искать, насколько я понимаю. Так. Но здесь точно ничего нету. Ага. Сделать фотографию, конечно. Ну и все, я думаю. За раз нам по предмету дают. Можно, наверное, ускоряться. Так, где-то бегает это пугало.
Да, больше нет ничего. Азота в помещении все больше. Ну вот опять целая вот эта камера. До этого была разбитая. Теперь вот здесь приоткрыта. Вот я не помню, было здесь приоткрыто. Так, 8, 7, 3, 4, 5. 8, 7, 3, 4, 5. 0, 0, 5, 6, 8. Одинаковые. Ну ладно. Наверное, это модель криокамеры. Как-то свет там поменялся, совсем темно как-то становится. Где бабайка, там же будет стоять. Нет, на этот раз нету, и гантели все на месте. Нет, здесь ничего не поменялось вроде. Здесь февраль 1600-го. Что это такое? Непонятно. Был вроде 68-й, сейчас уже 1600-й. Вот это что-то я не понял с календарем. Или это вообще не календарь? Может быть, это какие-то... Да нет, 17-е. Да-да, вот дни отмечаются. Сегодня 17-е число. Интересно. Опять все растения на месте. Клешня это здесь так и лежит. Так, это мы уже взяли. О, крыса опять живая. Как будто мы, не знаю, время что ли как-то... Ой-ой-ой, время переключаем что ли как-то, когда вот проходим сквозь эту дверцу. Тут все неактивно стало вообще. Нет, ну выходить рано, я не нашел еще ничего. Давайте искать более как-то подробно что ли. Сейчас бабайка может вылезти. Мы же слышали, что она где-то рядом. Ага. Что-то нашел. Так, ну вроде все. Мы нашли все предметы. Теперь можно идти ту комнату рядом с этими костюмами. Кто-то поет, что ли? Или музыка заиграла?
Так, ну все. А, вот этот круг сюда встал. И у нас, в принципе, все фотографии. Так, ну давайте разбираться, как это все работает. Здесь у нас буквы написаны. Нужно понять, какая фаза затмения, что ли, соответствует какой букве. Так, это у нас вот эта фаза, буква А. О, оно крутится. О, во, все, буквы прописались автоматом. Зашибись. И что дальше? Надо как-то расставить их, что ли? А, точно. Но я могу в любом порядке это делать. Как-то нужно совместить, что ли, вот эти фазы. Чтобы по порядку все было. А вот это не снимается фотография, и это не снимается. Эти уже были здесь закреплены. Нужно какое-то слово составить или как-то сопоставить вот эти фазы. Начало у нас вот это должно быть. Вот это получается. Ну-ка. Потом должна быть вот эта. Она не снимается, если вот так идти. Может быть, наоборот это все работает как-то? Сначала полная луна, потом... Стоп, потом, наверное, вот это. Потом... Буква Ай должна быть. Вот это. Нет, тоже не подходит. Нам ее не снять отсюда. A, B, C, D, E, F. Так, может по алфавиту как-то расставлять? Значки я имею в виду. Не знаю. Нет, тоже неверно. Буквы пропадают. Если мы вращаем колесо, вот так они появляются. Как это работает, я не понимаю. Или слово какое-то должно быть. Давайте-ка сходим, посмотрим еще раз на сам терминал. Так, вот, здесь внизу есть тоже значки. Так, давайте-ка это, что ли, сфотографирую. Запоминать как-то не очень хочется. Так. Точка в начале. Так. Ладно, я сфотографировал экран. Давайте попробуем вернуться и как-то подбирать, понять, как это работает вообще. Значит, начинается у нас на терминале последовательность символа с точкой в середине. У нас такого вообще нету. Далее идут, ну, 4 символа затмения. И в конце у нас звезда. Но звезды у нас тоже нету. На фотографии звезда есть только вот здесь. То есть, ну, две буквы у нас якобы неизвестны, но они уже здесь стояли. Первая и последняя, по идее. Но последняя у нас закреплена. То есть, какой-то логики вообще нету, что ли, между терминалом и этой доской. Ну, судя по всему, если мы отбросим первую и последний знак на терминале, то... Так, первая буква у нас, получается, должна идти F.
Я сейчас просто смотрю на фотографию на телефоне. F. Дальше у нас должна идти буква А, U получается, судя по картинке на терминале. Сюда ее ставим. Дальше у нас пойдет буква Т. Да, и последняя, да, буква L. Все совпадает. То есть первые и последние значки мы отбрасываем на терминале. И у нас остаются 4 фотографии, которые мы должны расставить, собственно, ну, так как обозначено на терминале. Есть, сработало. А слово получилось у нас futile. Это, ну, все тщетно или все бесполезно. По-моему, как-то так оно переводится с английского. Точно не помню. Ну да, все бесполезно. Все твои действия бесполезны. Теперь ты сгоришь на этой станции. А почему здесь закрыто, я не понял. Кто-то прошел. То есть я все-таки здесь не один. А кто там прошел, интересно? FPS упал до 24. Я сейчас так задохнусь здесь. Да. Ну что, сдохну что ли? До двери не дойду или мне нужно было назад идти? Ну все, похоже, сдох. Наверное, нужно было возвращаться назад. Да ладно, сначала все. А, ну мы знаем с вами пароль, в принципе. Да, да, сначала. Надо было мне выйти тогда. Вот отсюда. И пойти направо. Ну-ка, слушайте, а здесь что-нибудь изменилось? Просто интересно. Нет, пароль остался уже введенный, гореть все перестало. То есть мне просто нужно было, видимо, так и задумано было, помереть. А может быть это типа две концовки такие. Если пойдем налево, там задохнемся. А если бы я пошел сразу направо, то, наверное, не умер бы и вышел. Ладно, пробуем ввести. Так. Есть. Дверца разблокирована. We went back. Это конец. Зашибись. Ну, так себе, прям скажем. Графика вроде симпатичная, но просадки были, FPS, оптимизация не очень, и как-то по сюжету я не совсем все понял. Кто-то прошел там, ну, что дальше? Ну, открыли мы эту дверь. Ну, ладно, не знаю, друзья, давайте воспринимать эту игру как некую демку, ну, просто посмотрели, тут 20-30 минут времени своего потратили. Тем более она абсолютно бесплатная, ее можно загрузить в Steam и полазить самостоятельно. Ну, я не знаю, мы вроде с вами все посмотрели, что тут еще можно найти, непонятно. Ладно, с этой игрой все. До встречи в следующих игрушках. С вами был Илья и канал Опасная Зона. Счастливо и удачи вам. Пока.